Так, это третий день, и как видите, ранка у него уже затянулась практически вдвое. Это меня очень радует, значит, он будет жить. Здорово, что сказать. Так что вот так, ребята, вот такие вот злыдни. Эти полосатые товарищи. Вот эти вот. Хирург пижама. Линиатус. Еще называется. Правильнее. Так, сегодня четвертый день с того дня, как его полосанули. И у него там уже затягивается ранка. Практически уже затянулась. На процентов 70-80 точно. И правильно я сказал, что это был поврежден у него кишечник. И там торчали у него какахи, потому что я это заметил при кормежке. Вчера кормил, и у него снова вылезло. Кто держит хирургов, их знает, когда их начинают кормить, они начинают какать, да, так сказать. Причем так сильно при кормлении. И вот у него начало там вылазить. Ну, посмотрим, вроде как затянулось, видимо, несерьезно там повредился кишечник, он затянулся и затягивается ранка. Вот, видите, там чуть-чуть маленькое пятнышко черненькое осталось. Ну, давай, покажись. Так что все в порядке, жить будет. Где он? Вон он. Нет, это не он. Вон он. Вот такие вот дела с этими хирургами. Ну, посмотрим, как дальше будут себя вести. Может, все-таки подружиться. Пижама линиатус, который хирург гоняет. Хипатуса тоже. Но хипатус целый. Видимо, успевает от уворачиваться. Посмотрим. Самое интересное, они примерно одного размера, даже линиатус чуть поменьше. Ну давай, повернись. Вот так, молодец. Он вчера мне позировал, я, блин, не снимал. Прям подплыл и как будто показывает специально свою ранку. Как только взял телефон, он сразу уплыл. Ну, как обычно это бывает. Ну, вот так, все в порядке. Жить будет. Так, сегодня пятый день. С того дня, как его полосанули, и у него уже ранка вся затянулась. По-моему, еще вчера она уже была затянута, то есть за 3, грубо говоря, дня, 3-4 дня, и у него рана эта затянулась очень быстро. Оказывается, рыбки восстанавливают раны. Я думал подольше будет. Так что жить будет. Ну вот такой вот сериальчик про белогрудого и злого линиатуса. Всем пока!